Девочки и мальчики, привет всем! Мы в гостях у Нади и Уильяма. Мы только что приехали с завтрака. Видите, Винсент у нас в красивой клетчатой рубашке, я в джинсовой. А вот Уильям и Надя. Жарко. I say that we just come back from breakfast. Только что завтракали. Right, I know, завтрак, breakfast. I just say on the video. You say what you say, and I say we just come back from breakfast. Yes. Да. What was the name of the restaurant? Perkins. Perkins. Yeah. Мы ходили в Perkins. Yeah, we ate at Perkins, and we all perked up now. We got, you know, enough. Короче говоря, у Нади уже елка наряженная, очень красивая. Елку она сделала очень красиво. Beautiful. Ой, такая елка, как в Белом доме. Christmas tree, елка. Вот, короче говоря, сейчас покажу вам елку и, возможно, покажу вам дом. Испанский Навидад. Да, он показывает, она, смотри, как она красивая, да, уже сделала. Видишь, да, да, сейчас покажу. Посмотрите, какую красоту она навела. Посмотрите, и вода здесь у нее, и, значит, ангелочки, бассейн. И вот там, видите, она, ой, она такая, это самая, садовница, я хотела сказать колхозница, садовница такая. Посмотрите, велосипедик. А где ты велосипед-то хоть нашла? Привезла оттуда. Боже. А, точно, у тебя же цветой в нем стоит. Слушайте, она тут, конечно, такое сейчас устроит. И вот видите, здесь тоже под деревом у нее. Она очень любит цветы. Сказала, мне тоже поможет. Ты мне тоже поможешь делать? Конечно. Ну вот, и видите, что у нее тут. Красота красотущая, короче. Сейчас покажем вам елку ее. Она такую елку нарядила. Боже мой. Ой, Тио, Тиочка, Тио. А вот они, малыши. Вот я говорю, что Боня – копия Нади, а Тио – копия, копия Уильяма. Вот Уильям и Надя, видите, вот бегают. Go ahead, welcome, come on in. Сейчас покажу. Винсент говорит, вот это пол, вот это все по-другому. Сейчас покажем. Ой, вы посмотрите, как у них красиво. Вы просто посмотрите. Ну вот получилось так, что я показываю вам их сейчас дом. Вы посмотрите, как она украсила елку. Елка просто вот как будто не настоящая. Вы посмотрите. Боже, боже, боже. Слушай, как ты так украсила? Прям даже не видно этих иголочек не видно. Все. Почему вон вся в иголочках? Вся в зелени. Как это не видно? Вот так вот красота. А эти-то, как Уильям их любит, это вообще. Винсент смотрит. Видите, вот ковер, из-за которого меня разорвали в клочья. Она поменяла, короче. Посмотрите, у нее здесь. Oh, you got it in your bedroom too. Да. Потом спальню показывать. Спальни пока нельзя показывать. И здесь тоже, видите, у нее здесь пусто еще пока. Дело в том, что они еще не все сделали. Но вот полы все заменены абсолютно. Здесь, значит, у Уильяма тоже этот офис. Офис он вывезет. Да, он, когда откроет свой офис, он вывезет. Но вот вы посмотрите, как красиво. Боже. Совершенно другой вид, правда? Да. И вот сейчас покажу кухню-то. Можно показать кухню? Там тоже не прибрано, я не убиралась вчера. На кухне полы, видите, поменяли. Сейчас еще покажу вам, знаете что? Вот еще у нее спальня вот эта сделана, очень красиво. Вот видите, он хвастается, говорит, Надя, все у меня сделала. Вот красиво сделала. Вот. Вот это. Клоун. Клоун. Клоун, да. Арлекин клоун. Арлекин, да. Арлекин. Ну вот у нее, видите, она сама вот эти вот такие картинки делает, собирает цветы. Видите? Винсент говорит, ой, вау, вау. Видите, как красиво. Весь дом, конечно, мы не показываем, а просто показываем части дома. Когда будет готов полностью дом, то я покажу вам с фотографиями до и после. Ну, а сейчас вот просто, знаете, немножко совсем так, что готово, то и показываем. Тиунчик, Тиунчик маленький, Тиушка. Ну, конечно, а вы думаете, что у нас мужчины делают? Разглядывают оружие. Ну, вот это вот комната, которая еще здесь не готова. Вот, ну, к Рождеству уже у них тут
можно сказать, все готово. Вон там даже маленькие елочки все стоят. И вот тут вот так все. А где у нас Боня? Боня здесь сама. Боня. А, ну и вот здесь еще, смотрите, стол, который покупали с этой стороны. Сейчас вот я вот уберу. Ой, а чей это фотоаппарат твой? Мой. Canon фотоаппарат у нее, смотрите-ка. Видите, как стол хорошо смотрится. Вот здесь вот такая лавочка. Куда-то пошли. Ну, красиво стол смотрится, конечно. И стены они все перекрасили. Абсолютно все стены перекрашены. И потолок, и все-все. Если помните, здесь была черная, прям черно-синяя стена. Я вставлю ссылку под видео. Дом, где мы показывали, когда только-только они его купили. Вот, и, конечно, он смотрелся совершенно по-другому. У них сейчас и мебель тут, и все светлое, очень красиво. Вот, и если камин еще включить, так вообще будет шикарно. Ну, хоть на фоне елочки, что ли, мне засветиться немножко. Да, такой красивой. Вот Надя сказала, что будут мне помогать мою елку украшать. Так что возьмем на вооружение. Кто елки любит украшать, придет ко мне украшать. И мне, честно говоря, я не то, что не люблю, но как-то поднадоело уже каждый год. Ну. И вот видите, вот эти диваны, они продавались прямо вот с этими, со всеми подушками. Тут вот моя куртка джинсовая и очки. Ну вот показываю вам просто как здесь. А Тюнчик-то маленький. Девушечка мой сладкий. Ну чего ты хоть чего? Холёсенький. Он как попьет, так у него все такое мокрое здесь. Но вообще он хорошенький такой. Они очень за ними ухаживают. Такие чистенькие, да. Вот видите, теперь вот говорит, погладь, смотрите. Погладь меня. Почеши меня. Почеши. Да, да, почеши еще. А так собачки, они все делают. У меня Кузя так делал. Его чешешь, потом прекращаешь, и он опять напоминает, типа, ты помнишь, что я здесь? Чего ты хотела? Хорошулька. Еще. Еще тебя погладить, да? Еще. А где Боня у нас? Где Боня? Ну-ка, пойдем, где Бонечка наша? Она красавица идет. Надя, не уходи, пожалуйста. Она тут прям... Боня, иди. Бонечка, иди сюда. Иди, тебя покажем. Чуть девочку немного, маленькую. Не в настроении она сегодня, не хочет. Почему? Звезда не в настроении. Миленький маленький котенок. Иди сюда. Челенек. Иди сюда. Ну, иди. Бонечка. Бонюша. Ой, она все за мамой. Мама, возьми меня, возьми. Мамочница такая, что... Ну, вот это вот хоть немножко, как говорится, сошибл. А она совсем... Вот все только мама у нее. Мама, видите, она на маму смотрит. Мама, ты что, не видишь? Ты что, не видишь? Опасность мне грозит. Ой. Повыше поднялась, чтобы мама... под нее взяла. Ай, ты моя шлёченькая. Бонюшка. Посмотри-ка, отворачивается. Не хочет. Ой, не хочет. Ты посмотри, что делает это ведь, а? Вся хозяйка. Смотри. Мама, возьми меня, мама. Она, знаете, как Надя ее держит на руках, а она прям ей в глаза смотрит. Это вообще... Что? Я такого никогда в жизни не видела. Что? Не видели такую мазурку никогда. Телюшечка моя. Телюлечка. Такая мамошница. Это ужас просто. Таких мамошников никогда не видела я. Чего они глазки мокрые? Плачет. На завтрак ты ее не взяла. Да, покормили. А этот чего тут с тарелкой сидит? Он всегда с тарелкой. Это его любимый. Да ты что? Он ее таскает по всему дому. Ой, тарелочку нравится. Любит. Когда он хочет кушать, он показывает, берет пасть в тарелку и ходит за нами. Вы представляете? Дайте ему кушать, положите что-нибудь. Да ты холёсенький. Хороший мальчуган. Ничего надо, уже оброс. Мальчуган хорошенький. Смотри, его начинаешь гладить, все, потом он будет просить. Только не терроризируй, как в прошлый раз.
Я начала с ним играть, как с настоящей собачкой, как в Сочи. И он меня не понял. Он меня не понял и так на меня обиделся. Не привык к такому общению, да? Такому... Потом я боялась вообще до него дотронуться даже. А сейчас он, видимо, забыл уже. Где быль? Винсент, видите, ходит, смотрит полы у них. Полы везде поменяли. Здесь что у вас было? Карпин, да? А там был линолеум или все было линолеум? Я не знаю, но вот они все поменяли. Винсент говорит, какая же разница большая. Он говорит, эта стена, говорит, настолько была страшна, говорит. Да, и сейчас посмотрите, какой у них уют. Вот так он таскает. Значит, есть хочу, да? Дайте вкусняшку. Подайте бедному несчастному. Take him in that I want to eat. Terry's plate. Give me food, give me food. Let him be. Ой, Уильям так любит их. Floors very good floors, yeah? Да, Винсент все ходит, любуется. Floors make a big difference. Да. What a big difference. Говорит, wow. Пол, говорит, сразу большую разницу. Furniture is nice. Yeah. Ой, ну-ка покажи, Надя. Надя там тоже насажала. А, ну она начала только сажать тут. У нее скоро будет и здесь сад. Видите? Да. Видите, будут кипарисы у нее высокие. That's nice. Кипарисы. No, они не вкусные, это кипарисы. You got to trim them. Ну, пойдем. Ой, я наступила на лужу. Скрыю, видишь, течет все, надо помыть. Yeah, this thing is... So, William, тебе нравится район, где ты живешь? Район. Конечно, нравится, очень хороший. Все близко, да? Близко, чисто, спокойно. Да. Супер. Very nice. Очень приятно. Винсент с Надей разговаривает про эту картину. Очень красивая картина, написанная маслом. Это Италия. Это Италия, наверное, да? Италия. Да. И вот там тоже картина. И там тоже картина Италии у них. Венеция, по-моему. You gotta take her to Italy then. Винсент говорит, тебе на... What? I said, you gotta take her to Italy then. Yeah. She wants to go you to gotta take me to Italy Russia, too. Yeah, you too, huh? Yeah. Oh boy. Yeah, он говорит Вильяму, говорит, тебе надо в Италию свозить жену. Я говорю, а тебе надо меня свозить в Италию. И он говорит, ой, и тебя тоже. А вот это тоже красивая картина. Очень красиво. Every time, it just. That's a nice. That's my favorite. Да. It's a beautiful painting. Yep. See the gondola here? Yeah, with Venice. And it's amazing how this house is there, the big, heavy buildings. Очень красиво, конечно, она украсила все. Yeah. Вот этот вот well, угол. I mean, this is okay, the television's not good, да. This doesn't work. I don't miss it. Ну ничего, телевизоры на другой тумбочке у них будут стоять, да. Не купили еще. Много надо. I know, baby, I know. Vincent, maybe we need to buy a new house. No. No? No. See? I have a nice house. Yeah. I love buying it. Yeah. But how much airy. Yeah. How much brighter. Yeah. It's like those colors that guy. Vincent говорит, насколько же ярче, говорит, красивее стало. You never would think that it looked like yeah. that, right? It's that wall used to drive me crazy. Да, он говорит, это говорит, стена синяя, говорит, меня просто говорит, с ума сводила. Ну, да, ну вот сейчас, конечно, по-другому. Телененочек! Бонюшко! Бонюшко! Только скажи ей Бонюшко, она сразу на маму смотрит. Мама, опасность! Мама! Как она тебя любит, а? Я потому что все время ее на руки хочу взять. Бонюшко! Она Надюша выбрала это, я согласился с мебелью. Да, да. Ванюша. Ой, Ванюша, говорю. Ванюша. Из того, что тут продавалось, выбрали то, что было. Надя, like this, Надя, I know you have a good taste, you know, I mean, you pick out the furniture, you pick me. Говорит, я Наде доверял, говорит, с мебелью, а у нее хороший вкус, вот она, говорит, купила, что хотела. Она мне выбрала, хороший вкус. Хороший, да, хороший вкус. Да.
Все, она только к Наде. Конечно же, приятно, когда людям помогаешь найти дом, и они очень довольны им. И еще, кстати, ищут еще один в этом же комьюнити. Говорят, еще один дом хотим. Так что вот если у нас подвернется еще один красивый дом в этой же комьюнити, они с удовольствием еще один купят. Представляете? Маленькая девочка. Ну что же это такое, такое, такое? Так терпит. Ты посмотри. Винсент, она как-то больше доверяет тебе. О, что-то она меня не очень. Ты, может, обидела, что ты делаешь? Ты реализировала, как ты ее? Нет, вообще нет. Прям не хочет. Прям боится меня, представляете? А Тео, наоборот, ко мне бежит. Сочи ко мне бежит, как сумасшедшая. Сочи любит. Так что она твоя, она больно мамошница просто, я не знаю. Потому что я все время говорю, иди на ручки, иди на ручки, и она боится. Не бойся, не выйду, не отдам. Ну, на ручки-то нельзя тебе взять, что ли? Нет. Нельзя на ручки. You have Wi-Fi here, right? Yeah. You have Wi-Fi. Well, your Wi-Fi. Вот она, моя маленькая телененочка. Все-таки она согласилась посидеть у меня. Пока мама убежала, я ее... Хватит! И схватили. Вот уже моя. Так, а Уильям с Винсентом, они настраивают телевизор. Make for him a YouTube. I'm trying to see. Mine has a wheel. Yours does not. I'm trying to figure out. Видите, какие у них снеговички симпатичные здесь. Now we want audio, mobile device. Вообще, конечно, так смотреть, то прям красота, как в музее. Да, вот портят мои очки и моя кофта портит вид. Сейчас сделаем. Password. Hey, you could do everything. You could even do your computer on this because it's wireless. Your computer go right on you. Do everything. Винсент объясняет, что можно даже через компьютер здесь все там делать. Ой, а вот смотрите, в углу-то здесь как у нее здесь домик. Я же показала очень быстро. А тут у нее тут домик и мимозы красные. Ну это как мимозы, что ли, красненькие такие. Это ягодки. Ну да, ягодки, как мимозки такие. А это кто идет? Двое. Двое идут, да. Такая. Обход. Ну вот у нас тут так красиво. Фотографии. Сейчас посмотрим ваши фотографии. Так, где вы тут в первый-то раз? Наверху, вот в Киеве. А, вот наверху здесь фотография. Сейчас покажу. Вот видите, наверху фотография, где они встретились в первый раз. Дальше показывать, что у нас еще. Где еще в первый раз? Здесь тоже в первый это раз? Это Питер уже в 2015 году. Ага, это 2015. Так. Ну, все, тут остальные. Уильям тут в России сидит тоже, да, вроде? Это в Вашингтон здесь. А, это в Вашингтоне. Надя у нас тут на лошадке скачет. Да. Это вот. Доминикана. А, это где-то в России, да? Это в Киеве. В Киеве. Это Доминикана. Так, в Доминикане. Это, короче, фотографии, подтверждающие рассказ Уильяма. Вот такие. Ой, а это кто? Кто это? Главные члены семейства. В самом центре. Мазурики такие. Вон та тоже в Киеве. А, это в Рязани, да, Рязани. Mm-hmm. Вот это? Да, рамка, которая тебе нравится. Да, рамка интересная. Сейчас настроят и будем танцевать под Киркорова. Ну вот. Телененочек попался. Надик, что ты думаешь? Утащу я ее с собой. Да кто же ее тебе отдаст? Да как же?
Она сейчас за мной побежит после этого. Да, сейчас, прямо. Она тогда мама смотрит и скажет: мама, почему задержишь камеру, а не меня? Что это такое? Теленюсечка маленькая. Но она настолько мамошница, это просто невозможно. А где Тио? Тио! Она преданная. Но она, знаешь, она терпит. Она, если от мамы ей было бы приятно, что я ее, так мама ее бы гладила, то от меня она это терпит. Но это как если бы вас гладил нелюбимый мужчина. Это то же самое. Вы бы это терпели, правильно? Так же и вот она, теленюсечка маленькая. А вот если мама ее оставляет у меня, и мамы нет рядом, она с удовольствием идет ко мне и жмется, и принимает ласки. Ну, как с любовником. Пока нет. Сделала выводы, сомнила. Пока, как говорится, любимый мужчина не смотрит, то она нормально ко мне. А когда мой любимый мужчина здесь, то она делает вид, что я люблю только тебя. Вот такая Боня, вот мы сделали вывод, что ты истинная женщина. Мы сделали вывод, что все женщины обманщицы. Потому что когда мамы нет, она с удовольствием ко мне идет. Все, сейчас оскорбится. А что ты сделала вид, что я рассказываю это маме? Пусть мама знает, что ты не всегда мамошница. Что ты не всегда преданная собачка. Пока. Так, все, скажи, любовь прошла. Да, она и не была. Ну нет, она нормально, она не то, что она как-то там, знаете, Боня, она просто трепыхается. Долго привыкает к людям, она нормально, она недоверчивая. Но она вот смотрит на маму, мама здесь, то она нормально себя чувствует. Да, сейчас не я уйду, и она за мной побежит. Не уходи, то не дай бог еще у нас тут произойдет что-нибудь. Ну, Бонечка моя, девочка. Зато вот на камеру хоть посмотрит, на маму смотрит и на камеру позови, и пусть Бонечка, она тебя смотрит. Бонечка моя красавица, да, моя давай, малышка. Давай. Ну вот, а вы говорите, Бонечка. Надя грубоватая. Послушайте, как она Бонечку-то. Скажет, это она только с Боней, а с мужем она не так. Она и мужу так, она на камеру мужу не говорит так. Ну, пусть считают, что грубоватая. Угу. Каждый думает по мере своей, как говорится. Да, да, Бонечка? Ну что, Бонечка, поехали к нам. Поехали к нам. С Винсом там будешь жить. А Винсент хочет? Нет. Нет. Ну что, на маму смотришь? Где мама? Где Надя? Где Надя? Ну позови ее, пусть она что-то делает, посмотрит. Баняша. Это ее Бонечка. Очень мало видит. Она хоть сейчас найдет тебя. Мордочка моя. Вот она так и мужу говорит. Мордочка моя. Я шучу. Не, я говорю, морда моя. Иди сюда. Вообще мужиков баловать нельзя. Чем больше их балуешь, тем они меньше становятся романтиками. Пусть они остаются романтиками, а мы будем это принимать. Да, Бонечку? Да, все. Когда каждый день щу-щу-щу, мусищу, то они на шею садятся. Нельзя. Девочка, вас снимает скрытая камера. Он думает, сейчас ты его опять будешь терроризировать. Он не забыл. Девушка, скажи, я все помню. А ты что? А ты что от меня уходишь? Все, любовь прошла. Мой. Ты что, меня не любишь, что ли, Буси? Нет. Скажи, я все помню, как ты ко мне обращалась. Да? Да ладно, хоть придумывай. Обнимашек больше не будет. Не придумывайте, я очень люблю собачек. Девушка. Тео, кто бы тебя подстриг? А что, его подстригать надо? Надо уже, мордочка обросла, я ему мордочку обстригаю. Ну, куда погладить тебе? Запустила его совсем. Ну, и он, видимо, не любит, да, вот так вот лежать на животе? Любит. Он все любит, когда он хочет. Когда он в настроении. Он как все мужчины. Я когда к вам приезжала, он ко мне с утра прибегал, меня будил. Да, Тио? Ой, какая хорошая. Скажи, хозяева проснулись, должны все просыпаться. Нефиг спать, скажи. Да? Что они от меня морды-то отворачивают, Тома, сегодня? А надо было сюсюкаться с ним, а не так, как ты его в прошлый раз терроризировала. Да я, знаете, с ним вот так вот поиграла. Вот так. Он так не любит, он так не привык. А он, оказалось, прям был в шоке. Конечно. Я хотела из него сделать настоящую собачку. Ну вот он тебе показал зубки, какой он должен быть. Показал, кстати. Я увидела, что он настоящая собачка, кстати. Да. Мужики у нас разговаривают громче, чем я. Я думаю, что меня даже не слышно, да? Они, конечно... Винсент, we make a video! Шаш!
Да, we're doing something. Ты грубая, Наташа. Я грубоватая. Сейчас тебе напишу. Все. Не, ну хорошо сидит, он не хочет убегать. Возьми вкусняшку, дай, все, будет любить. Да. Да? А Боня, Наташа, как бы она не хотела есть, она от меня, я так понимаю, не будет принимать. Да? Будет почему? Будет? Давай я потихонечку тебе буду давать. Так, Волечка, нам, она маленькая куколка моя. Видишь? Ой, тетя, на коврике, это на новеньком. Да, приятно, да, попачкайте мне его, попачкайте. Чукачулечка. Так, я думала, Боня не будет от меня брать, только от мамы. Не она берет, она же тебя знает. Ну да. Не первый день, поэтому... Аккуратненько берут они, да. Воспитанные же. Ну, понемножку. Боня цапнула немножко меня. Вот здесь. Будьте пылесосиком немножко. Ну что, нету больше? А больше и нету. Иди сюда ко мне. Ну все, Надя. Хватит сюсюкаться с твоими собаками. Ой, посмотрите, я как принцесса-королева на этих... Господи, что-то у меня с гривой-то. На подушках таких лежу. Красота. Федорочка, иди составь ей компанию. Ну вот видишь, Надя, наконец-то подписчики увидели хотя бы часть твоего дома. То давно у меня они просят. Покажи, покажи. Мы пока не показываем, еще работы много. Я сегодня вот не накрашена, меня будут сегодня ругать, скажут, вот ты не накрашена. Нормально, тебе не накрашено и хорошо. Ну так, и так, понятно. Натуральность сейчас в моде. Угу. Натуральность 51 год, это сильно. Почему? Если ты нормально выглядишь, 51, смотри. Мы с Надей решили прогуляться по ее нейборхуду. Вообще, очень симпатичный домик, и поэтому она говорит, пойдем посмотрим, какой у нас симпатичный нейборхуд. Так что сейчас покажу. Засажу, все, и будет классно. Ну вот, видите, вот на один дом сзади будут кипарисы у нее скоро здесь. А мы еще будем сейчас вот эту веранду переделывать. Там. Ну вот вы можете видеть, насколько ухоженный вот этот вот нейборхуд. Он новый, деревьев, конечно, здесь не так много, хотя вот там деревьев много. И он вообще находится в лесу, вот этот наверху, если видите, он огорожен полностью лесом. То есть вот за домами вот здесь вот, да, просто лес, как у нас с Винсентом. Деревьев-то много посажено, просто они еще молоденькие. Ну да, да. Вот молоденькие. И видите, тоже домик просто... какой симпатичный. Посмотрите, какой симпатичный домик с водопадиком. И сам домик очень симпатичный, правда? Пальмочки. И вот такой водопадик. Смотрите, какая каменюка. Ну, это вот продаются такие в, в Best Buy. Не в Best Buy, а как там? Ну, где-то, наверное. Home Depot. Нет, в Home Depot я такой не видела. Ну, они продают, иногда продаются. Ну, так классно, конечно, так. Да. Мчание воды, сидит, слушает. Да, симпатично, конечно. Очень ухоженно. Вот так вот мы шли-шли. И здесь какая-то тропинка между этими домами. Вот дом... Там, где этот водопадик. А что здесь? Я даже не знаю. Там просто дальше будут апартаменты. Сейчас посмотрим. Постройки. Квартиры, да? Да. Это уже не относится к нашему. Но это уже а ты говорила, что вы проезжали, вот рядом с вами там какие-то дома просто это шикарные. Надо туда проехать. Слушай, смотри, какой хороший этот тоже. И лес, и смотрите, как здорово вот сделано. Тоже что-нибудь с видом такое на лес, вот как будет дом продаваться, будем смотреть. Да, да, типа да. Нашего. А это уже апартменты, то есть квартиры. Или таунхаузы, или апартменты. Ну, это апартменты, да, апартменты. Ну да, уже не очень красиво тут. Там вон дорожка туда просто. Ну, там нечего снимать. Такой. Пойдемте дальше. Красивые домики смотрите. Да, вот эта вот магнолия такая шикарная. У нас тоже были такие, но у нас они вымерзли в том году. Был такой мороз, и сейчас они у нас жидкие. Ну, а то почему у них не вымерзли? Не знаю. Все стоят вот у нас. А у меня вымерзли. Вон тоже какая шикарная. Да, и у нас были шикарные. Вот так вот. Может быть, они чем-то окутывали, я не знаю. Ну, прям такое большое дерево, как ты окутываешь. Я знаю. Дистанция между домами. Да, вот, очень смотрите. Большая, очень большая. Ну, обычно на самом дома деле. Прям близко друг к другу. Да, здесь большая территория у дома. У нас вот тут дома очень быстро расступаются. Да.
Да, видите, как хорошо. Как я говорю, как я довольна, что я нашла вам этот дом. И оказалось, что они настолько довольны, что они хотят еще один дом здесь купить. Главное, чтобы он был... Деньги надо вкладывать. Да, и главное, чтобы он понравился. Посмотри, какая Оля, шикарная. Господи, листья как пластмассовые, вы понимаете? Вот, цветет, будет вот как будто они, я не знаю, не настоящие, настолько шикарные. Тоже вторая магнолия. Да. А у меня вот такая жидкая стала, так прям жалко. Может, то, что у вас там деревья, солнца мало. Нет, но мы же приехали, у нас же была она вот шикарная, ты понимаешь? Наверное, магнолия расстроилась, что бабушка с дедушкой уехали. Садитесь в свою магнолию. И трава в этом нейборхуде просто шикарна. Понимаете, вот такой травы, конечно, чтобы ее вырастить. Вон некоторые домики, видите, с заборами. Но очень мало с заборами домиков. Вот такой. Наймерходик. Старый клен, старый клен. Та-да-та-да-та-та-та. Вы представляете, я листья клена не видела уже, я не знаю сколько. Да, точно. Как там песня-то? Старый клен, старый клен, старый клен. Шумит, шумит. А что это такое, ягодки какие-то у него? Может, это все-таки не клен? Нет, это клен. Это вид клена. Они же разные. А другого, да? Хоть бы вот ягодку одну посмотреть поближе. Вообще не представляю. А, вот, нашла. Нашла. О. Ой, не отодрать. Ладно, давайте так посмотрим. Что за ягодка такая? Такие странные ягодки. Смотрите. Не знаю. Но это клен, Надя говорит. Раз Надя говорит, вот такие клены, помню, мы сушили в книжках. Да. Посмотрите, какой. Какая трава. Посмотрите, какой слой травы. Вот если сейчас так сделаю. Смотрите, это что-то необычайное. Посмотрите. Вот. Вот такой вот слой. Такой вот толстенный. Отрезанный пирог. Обалдеть просто. I don't have any limits. Ooh, ooh. I'm looking for a place where I can feel alive. Where I can let you go and just breathe for a while. I got you on my mind like all the time. Now what I'm about. Ooh, ooh. I hope I meet somebody who's better than you. That likes me for the things that I say and I do. Somebody who can help me make it through. Now I'm about. Plane ticket, plane ticket, plane ticket. А наши мужчины до сих пор разбираются с телевизором. Представляете, что-то пошло не так. Может, антенна все-таки нужна? Не знаю. Что-то пошло не так. Они уже и посидели, и постояли, и полежали, и опять посидели. Полежали, я пошутила. Хотели бы, наверное, уже прилечь. Just inside him with this idea.